Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Название комнаты Кристина по ВНЗ. Кристина ПВНЗ. Ну и говнюк. Почему тебя Ольга постоянно пускает в чат? Я не знаю, блин, я не понимаю. Почему, блин, себя так ведет? Я вот ни одного нежного слова от нее не увидел в твой адрес. Я не знаю, но... меня обзывают плюс еще Коростина. Не понимаю, они заварились, блин. Почему они так себя ведут? Привет, я новенький. Прокомментируй, пожалуйста, происходящее на твоем, на твоей трансляции, ничего не понимаю. Учила ник пиво и приколы, вообще во. Пиво и приколы, это пи***ц ник у него, представляешь? Пиво и приколы, представляешь, на канале пиво и приколы, там пиво льется и приколы. Типа чел нажрался и приколит, типа понял, приколы давит. Пьяный чел прикалывается. Приколит. Это знаешь... Валера, это... прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Прости, извини. Возьми меня обратно в команду. Батва, ты не знаешь, откуда это типа вырезали? Нет. Вообще пи***ц. Я тоже не знаю. Я Кристина Емельянова. Уй, я ее парень, то есть. Жмэк. Ну то есть, ну серьезно, можно создать аккаунт на ютубе с женским именем и аватаркой, и все. И ты будешь целый поток заебывать вот этим ником, да? В смысле? Ты что думаешь, я ее видел голой? И в смысле, я видел ее полностью? Не-не, брат, я не про нее конкретно, я в целом. Да про кого? Просто мне нравится имя, допустим. Ну все, да. Так и есть, да, да. Да. За уже. Школу. Интересно, если бы ты весь поток говорил, Олька, 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 ты бы тоже заеб? Да нет, конечно. Вот и думай. Пиздюк. Опять агрессия от Ольки. Что ж такое? Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Лучше анальная отрыжка, чем от пива скупа крышка. Тот, кто пиво и приколы, тот насрал в бэклашку колы. Тот, кто пиво и приколы, и тот насрал в бутылку колы. Скуфи! Ну ты придурок. Батуаша съел с утра тарелку каши. В каше был не чай, не сахар. В кашу пена срал и какал. Чел, чел, помоги! А человека убил кто-то. Мою анальную пробку или жральную пиконью. Боже, тебя выебали. Родной, ты засёшь? Блин, ниже запел. А это я пою. Сухостой и батут, как всегда, сосут. Этот, который вот это монтажер Вовка ебаный. Он же так теперь назовет наш попуск. Вот этот.
сухостой батут, как всегда, сосуд. Вот фиксирую. Теперь этот хуй сейчас сидит, тварь, фиксирую. Новое видео Дауна. Сухостой батут, как всегда, сосуд. И там типа фотка такая, пена у него, слезки типа капают. И ты такой типа в кепке рэперской. Не-не, пена из душа, которая... Да. Довольно такой. Блин, поток, кстати, 12 часов 30 минут идет. Не сохранится уже час. Вова сохранит. А, да, точно. На ВК Плей там сохранится. Во, ну, кретин. Так. Кто кретин? А, то есть ты сейчас меня кретином назвал? Спасибо, напомнил. То я забыл, кто я. Как дела у тебя? Тебе не страшно? Нет, а тебе? Вообще. Ну если что, я тебе помогу, чел. Mm-mm. Я тебе. Ишачок. Ой. Чел? Есть контакт. Хлопнул одного. Ну помнишь, я просил, чтобы меня вот с Чечиной фотку сделали совместно? Да. Посмотри, что этот придурок сделал. Где смотреть? А что не так? А я где? Ну, ты машина. Идите вы нахуй. Слушай, смотри, такой вопрос. Если тебя женщина будет заставлять делать куню, будешь ли ты ее заставлять сосать? Конечно. Я считаю, что это сосать, ну, сосание укрепляет любовь. Отношения делают крепче, сильнее. Поэтому ты так сильно укрепляешь свои отношения с зомби, да? В смысле? Буду иди мыть посуду! Сегодня пятница, сегодня выходной. Там посуда не мытая! Да? Кролик! Посуда! Слышишь звук? Ты попал под каблук. Потекла тушь, дрожь. Блять, потолкните, мужики, ебать того перевернуть. Эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть лето времелом. Пусть я буду... Пусть я буду не последним, а останусь первым. Потекла тушь, дрожь по телу, давай забудем. Ёбаный хуй ты там стоишь на заборе, подтолкни. Ха-ха-ха. О! Я пишу, но... Чешка я здесь, сижу в старом подвале, пытаюсь написать твое имя. Блин, для колеса. Валера, как дела? Далеко поехала? Не, за тобой еду, братишка. Брат, каркуй, каркуй, братишка, быстро каркуй, каркуй, каркуй. Есть контакт. Если у вас ко мне претензии, Дон, я здесь в центре. Пошли вы знаете куда, подальше, Дон. А ты куда поехал, брат? А, чел, если у вас меня увез зомбу. Ты чё, прикол поймал, Челикс? Ты умер, брат, как тёлочка. Ты один, брат. Почему я, блядь, да как так, ты чё гонишь? Ебать, ты говорит, научишься, давай, братец, старая посмотри. Дура, блядь. Меня зомбу увез за зону, и я умер. Ты чё, не видел, что тебя уволят, чел? Я не смог выйти из машины, не смог так его убить. Так надо было вот на вешку нажимать и убивать. Ненавижу это оружие, оно дурное. А преступность? Я ненавижу преступность. Да, ну и трэш. Ты новичок? Ты реально так играешь? Ты новичок? По колесикам задним. Самара им. А в игре обязательно говорить?
Ну туда, чел. Туда, правее, вот туда. Давай, туда, вот так, да, молодец. Опа, пролипка. Да, ну и трэш. Ты новичок? Опа. А, не успел. Привет, Липтону! Передай Липтону привет, Жанура! Ебать, у меня нога занемела. Как так? Ну я выиграл практически, просто машину не успел. Итоги 2023 года. У меня просто не было этого, ну я просто не видел. 99 запущенных игр. 55 новые игры. 0 пройдено. Где? Нет, это просто. Просто, да. В смысле, типа, это все, что ли? И чё? По-моему, как-то не очень тут все. А, у меня же еще второй Steam, там надо посмотреть, потому что новинки все я там покупал. Что-то ты, блядь, вообще слабый. Так и ебальник, а, козлайщик. Майнкрафт, он вообще не в Steam, поэтому не считается. Что это? Симулятор выживания в открытом мире. Вот, и автосимулятор, это прям must have. Круто. Нормально. Да, ну и трэш, конечно. Трэш-стример. Рот закрой! Во что вы больше всего играли? Ваши достижения за один год. Пиздец. Вы украли у Мэри Узер экспериментальное супероружие, а потом вернули. Достижение